1 июля по всей стране отмечается День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Дата хоть и неофициальная, но в этот день у памятников и мемориалов ежегодно собираются российские ветераны боевых действий и локальных конфликтов. В Нарьян-Маре с 2009 года местом служит Аллея Славы. Именно здесь установлен памятник ветеранам и погибшим в боевых действиях и локальных войнах. Федеральный закон разделяет ветеранов в зависимости от вида конфликта и не предусматривает единого дня памяти. Общественность предложила дату 1 июля. Ребята выполнили свой долг до конца, отдав свою жизнь. Активно сотрудничаем с родителями погибших наших боевых товарищей. Делаем все возможное для того, чтобы, чтобы немножко сгладить эту боль, которая к ним, к сожалению, пришла вот в рассвете сил ребят в 17 лет. Представители окружного собрания, военкоматы и общественных организаций пришли почтить память погибших жителей округа. Это 6 молодых ребят. Трое погибли в Афганистане, один в Первую Чеченскую, двое во Вторую Чеченскую войны. Всего участниками различных вооруженных конфликтов стали более 500 жителей округа.